То есть мы должны прийти к совпадению по форме, чтобы давать товарищам. Вот слово «отдача» непонятно. Что это такое? Как отдавать? Отдавать товарищам — это значит делать им добро. А то, что они хотят, я помогаю им достичь того, чего они хотят. В соответствии с чем я проверяю? В соответствии с тем, что ты видишь, в соответствии с тем, что ты понимаешь. Ни с кем ты не говоришь, а в соответствии с тем, что ты видишь, насколько ты видишь, ты можешь отдать товарищу, чтобы было ему хорошо, чтобы он достиг того, чего он хочет, ты просто даешь. Да.